В красный угол приглашается Филенко Родион. Ваши аплодисменты. 60 килограмм, 165 сантиметров. Прозвище «Газман». Его противник Кузнецов Леонид. 65 килограмм, 171 сантиметр. Прозвище «Сгуха». Бандаж где? Поверьте, ребятам нужна поддержка ваша, нужны аплодисменты. Спасибо, Сергей. Внимательно слушай. Правил нет, судей нет. Пах не бьем, затылок не бьем. Разойдитесь по углам. Боец готов? Готов. Бой! Середину. Надо умыться. Вагон. Друзья, стрелка в Новосибирске началась красивым боем. Встань где-нибудь туда, вообще не отвлекайся. Это только начало. Запись пошла. Экран даже если потух, нормально. Можно громче болеть за своих бойцов. Назад, Алёша. Назад, он кидает. Назад. Ногу. Ему лицо поверни. Закидывай право, твой. Пойдём, всё. Стойка на середину. Долго надо, нет? Готов? Бой! Все, о, хорош! Подержи его, отдохни. Пройди. Ногу закидывай. Мам, пять. Друзья, в этом бою победил Филенко Родион, прозвище «Газван». Да, ребят, отдышитесь, пара слов и грамота участника, призы от наших партнеров, автоклад.
Леонид? Ну, пару слов эмоций. Большое спасибо за приглашение на эти соревнования. Спасибо публике. Ну и спасибо, соответственно, оппоненту. Молодец, спасибо оппоненту, спасибо моим друзьям, которые приехали поддержать. Спасибо организаторам турнира за то, что я мог себя здесь показать. Ну и счастья, здоровья всем. Друзья, давайте поаплодируем. Это были первые участники «Стрелки Новосибирские».